Музыкальный подарок ветеранам Великой Отечественной войны сделали красноярские полицейские. Они организовали масштабный автопробег на ретро-технике военных лет, а после провели импровизированные концерты прямо во дворах домов, где живут ветераны. Всего таких точек было три. Артисты ансамбля «Голоса Енисея» под аккомпанемент оркестра исполнили для ветеранов и их соседей песни военных лет. Случайные прохожие останавливали, жители домов выглядывали из окон, чтобы посмотреть на происходящее. Но главными слушателями, конечно, стали сами ветераны, герои войны Николай Борисович Мешков, Иван Алексеевич Шпагин и Алексей Ильич Токмаков. У каждого своя история, но все они ушли на войну совсем юношами. В 43-м году месяц и 10 дней не хватало до 17 лет. Понятно? Ну вот, значит, это самое. Служил, значит, я много, 7 лет. Вот этот командир, значит, он о себе все письма пишет. Вот он, прочитайте, значит, так. Я с ним прошел. Вот. А это уже вот это, под конец, это вот тут все, я вот участвовал. Вот это самая Вена, взятие Вены. Один из ветеранов, Иван Алексеевич Шпагин, несмотря на почтенный столетний возраст, мог спуститься к артистам, чтобы принять поздравления, а после его с ветерком прокатили на ГАЗ-67.